Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такого зайчика. Карнавальную шапку зайку делаем по схеме. Нужен ватман А2 формата, или можно взять А3 и тогда склеить два листа между собой, что я сейчас и делаю. Затем отрежем ненужный кусочек. Для изготовления самой шапки используем схему, которая была в самом начале ролика. Все нужно аккуратненько расчертить и разрезать на полосочки. После этого нужно будет полосочки отрезать через одну. Для удобства можно их загнуть. Теперь соединяем края. Сначала я проклеила, поставила туда скрепочку. Для того, чтобы собрать нашу шапочку, нужно приклеить полосочки на противоположную сторону. Лучше всего делать одну полосочку с одной стороны, потом брать рядышком и перекидывать на другую сторону. Тоже все полосочки я буду дополнительно крепить еще скрепочкой. Потом, когда наша шапочка подсохнет, все скрепки просто снимутся. С внутренней стороны можно немножко пройтись скотчем, чтобы соединить полосочки. Теперь будем декорировать шапку. Вначале я сделаю зубы зайцу. Теперь вырезаю мордочку. Зубы мы приклеим к мордочке. Носик я делаю из черной цветной бумаги, а мордочку и зубы я делаю из обрезка ватмана, который остался. Сейчас делаю маленькую такую вот полосочку на носе, как блик. Вырезаю ушки из ватмана. А из розовой бумаги, тоненькой, сделаю такие серинки для ушек. Их посадим на клей. Еще я показывала ниточки, вот их нужно порезать очень меленько. Из них сделаем такую шерсточку для мордочки и для ушек. Еще можно использовать вату для этих целей. Нитки я взяла вязальные, беленькие, такие как у меня были. Чтобы они получше держались, можно их сверху еще сбрызнуть лаком для волос. Теперь ушки загинаем немножечко, примеряем к шапочке, где они будут у нас крепиться. Теперь я промазываю клеем и прикрепляю к полоске нашей шапки зайки. Еще укреплю всю конструкцию скотчем, чтобы ушки стояли.
Кроме этого, можно туда приклеить кусочек ватмана. Совсем не обязательно использовать скотч. Вот, собираем шапочку, приклеиваем мордашку. Осталось сделать глазики. Я их посажу на клей. Ну, практически все. Еще мне захотелось дорисовать реснички нашей зайки. Взяла обычный черный карандашик и навела линии. И захотелось сделать вот такой вот цветочек из самоклеющихся бусинок. Вот такая шапочка у нас получилась. Оленке она очень понравилась. Ну, пока-пока. Если вам тоже понравилось, подписывайтесь на наш канал. Будем вам очень-очень рады.